Привет, дорогие друзья! Вся братва посмотрит, и с обрезанным концом, и с не с обрезанным, да? И все скажут, ну, Боря, он такой, резкий, как ситро, может выдать. Пока! Привет, дорогие друзья! Ну что... И вы знаете, мне очень нравится то, что делают сейчас силовые органы. Очень нравится. Я кайфую. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока! Привет, дорогие друзья! Ну что, в следующем видео мы вам покажем, чего на самом деле стоил Грымчак и его министерство. Пока! Привет, дорогие друзья! Здобули, я вам скажу! Здобули! Поэтому теперь, когда услышите про петицию о запрещении финансирования, знайте, что чувак, который ее написал, он просто калоша. Все, пока! Ждем Томенко, не томи! Давай! Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала Политсигнал. Подписчики просто любопытные. Хочу продолжить тему. Обсудить еще раз украинского блогера Анатолия Шария. А может быть даже и похайпиться на этом. Чем черт не шутит? Вот все знаете ли, жду, когда же его многомиллионные подписчики обратят внимание на этот маленький канал. Придут и этот ролик или другие ролики поимеют много миллионов просмотров. Ну или хотя бы 1100 просмотров. А ладно, и 10 тысяч пошло бы уж. А их все нет и нет. Максимум, чего достигли ролики про Шария на этом канале, это что-то около 700 просмотров за 2 недели. И 20 комментов. Что-то совсем кисло. А вот раньше, как блогеры хайпились на Шарии. Стоили только упомянуть его в любом контексте, положительном или отрицательном. Эх, сразу прилетали любители покритиковать Анатолия или, наоборот, полюбить. В общем, дым коромыслом, народ сражается, народ пикируется, народ посылает друг друга на все буквы русского алфавита и даже в другие внеземные галактики, и даже в другие внечеловеческие формы жизни. О, вот это было время всего 2 года назад. Эх, как поется в одной песне. Всегда. Да, было время. Толя легко и просто сделал свой первый миллион. А потом так же быстро поднял и 2 миллион. Ну вы понимаете, не долларов, а подписчиков. А вот сейчас, уже скоро 1,5 года, как он не может преодолеть планку в 2 200 000 подписчиков. В чем дело? Что происходит? Вы можете спросить. В чем причина его торможения, его ускорения? Стагнации, инфляции, организации и прочей похренации. Такими темпами он свой заявленный 8 миллион будет набирать до второго пришествия. Давайте подписывайтесь, чтобы у нас было 8 миллионов наконец-то, 8 миллионов интеллектуалов. Пока. И очень скоро уже вас ждет еще одно интересное совпадение. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Проверяйте подписку. Активничайте в своих аккаунтах, чтобы YouTube не думал, что у вас аккаунты мертвые. Напоминаю. Пока, друзья. И подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Я верю в то, что у нас здесь может быть 8 миллионов и миллион в партии. Пока. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пусть у нас будет здесь 8 миллионов умных. Пока. Петлять не стоит. Надо исполнять то, что обещали. Снимать, карать и быть для кого-то приговором, а не оправданием. Ну, у меня все, как бы. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Хочу, чтобы у нас здесь было 8 миллионов. И миллион в партии, в нашей прекрасной партии, которая уж если что-то говорит, то делает. Пока. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Давайте пусть у нас будут здесь 8 миллионов, а в партии миллион. Скоро начнутся движения. Пока. И это очень классно. Это хорошо. Это пахнет праздником. Подписывайтесь, друзья. Нас должно быть только здесь 8 миллионов. У меня мечта такая. Как раньше говорили, за це Майдан стоял. Нет, за это Майдан не стоял. И давайте осуществим нашу сумасшедшую мечту. Давайте пусть будет у нас 8 миллионов подписчиков. Это реально. Это абсолютно реально. 8 миллионов подписчиков и миллион в партии. И будет тогда. И будет тогда. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Знаете, что нам надо сделать, чтобы противодействовать этому всему? Ведь они же плюют на наших избирателей, плюют на вас, плюют на всех. Они считают, что вас нет, да, я же говорил. Нам надо, чтобы нас было 8 миллионов, только подписанных на канал. 8 миллионов. А в партии официально, чтобы было, ну, больше миллиона людей.
Вот у меня такое ощущение есть, знаете. Может, тогда начнут немножко замечать. Такими темпами он свой заявленный 8 миллион будет набирать до второго пришествия. В чем уже даже можно сильно сомневаться. Хотя, о чем это я? Ведь это виртуальный мир, и в нем все легко и просто. Быть кем угодно, хоть девочкой, хоть мальчиком, хоть зайчиком, хоть Анатолием Шарием номер 2, или номер 3, или номер 10. Достаточно завести новый аккаунт, написать новое имя, новую фотку, иконку, или как она там называется. У меня самого 5 аккаунтов на Ютубе на все случаи жизни. Или не на все. Может, еще парочку завести. Наверное, надо и стоить сделать. И вот из 3 из 5 из них подписано на Анатолия Шария. Вот так вот. Раскрывая свой маленький секрет. И получается, что чисто технологически достичь заветных 8 миллионов для Анатолия, да просто. Достаточно попросить своих 2 миллионов подписчиков завести еще по 4 аккаунта и сделать подписку на его канал. О чем? Я бы так и сделал. Но он ведь не просит. Вы можете сказать. Вот если бы попросил, тогда да. Хотя, может быть, намекает. А может быть, намекает. Постоянно говоря о 8 миллионах. Да, слушайте, однозначно. Однозначно намекает. А чё, надо поддержать хорошего человечка. Обязательно поддержать. Я лично за. Да, однозначно надо, поддержать человечка. А то что-то хороших людей на Ютубе стало мало. Все какие-то нехорошие люди попадаются. Пусть лучше Ютуб ему платит, чем КГБ или СБУ. Это просто шутка такая про СБУ и КГБ, а про Ютуб нет. Уже слышу критические возгласы. Сергей, заканчивай эту тему. Ты о чем? Давай лучше о Платошкине. На что я суровой реальностью на лице отвечу. А вот и нет. То есть да, Платошкин, он подождет. Он никуда не денется. Будет вам Платошкин, но не сейчас. Сейчас 10 минут об Анатолии Шарии. Итак, продолжаем. То есть заканчиваем. Что продолжать-то? Толя победил, но не всех, к сожалению, моему и других подписчиков его канала, находящихся вне Украины. Я говорю про парламентские выборы, на которых партия Анатолия Шария без самого Анатолия сумела набрать около 350 тысяч голосов поддержки и получила то ли 2,2% голосов проголосовавших, то ли 3,2% от всех проголосовавших. Непонятно. В общем, полный бардак на этой Украине. Ничего не понятно. А вот такие цифры. Около 2 миллионов подписчиков примерно. И около 350 тысяч проголосовавших за Анатолия. Почему так мало проголосовало на Украине за Анатолия? Неужели 1,650,000 это подписчики находятся вне Украины? Почему так? Непонятно. Загадочная история. Загадка века. А вот давайте рассмотрим конкретную ситуацию. Предположим, я подписчик Анатолия и гражданин Украины. И мне позиция Анатолия понятна и нравится. И чё? Я не пойду и не проголосую за Анатолия? Конечно, нет. Я обязательно пойду и проголосую за Анатолия, чтобы он гонял чертей и бесов Верховной Рады Украины по полной. Что называется, занимался экзорцизмом в Верховной Раде Украины. Теперь другая ситуация. Предположим, мне не нравится позиция Анатолия. Я коррупционер, нацист, кастрюлеголовый, сторонник Порошенко, Тимошенко и других предателей Украины. Имхо, это мое имхо, мое личное мнение. Я, конечно, не буду голосовать за Анатолия. Ни в коем случае. И даже подписываться не буду, ибо нефиг ему иметь меня как подписчика. Из чего захотел, а вот хрен ему. Из этого анализа можно сделать вывод, простой вывод, что реальное число подписчиков Анатолия на Украине около 350
тысяч человек, и он их всех мобилизовал на выборах. Мне так кажется. Спрашивается, много это или мало? Есть два варианта ответа. Это много. 350 тысяч сторонников – это очень хороший результат для молодой партии. Отличный. Почти 1% от всего населения Украины. Второй вариант. Это мало. Для Ютуба. Просто никуда не годится. В общем, никуда не годится. Какой-то аутсайдер Ютуба почти. Из какого-то Задрищенска. Нужно пойти и застрелиться в таком случае. Но этого делать ни в коем случае не нужно. Осталось понять, продолжаем дальше, осталось понять, кто и откуда эти оставшиеся 1 650 000 человек. Понятно, что это русскоязычные или в крайнем случае укромовные люди. И что им всем так интересно смотреть на Анатолия и его ролики про Украину? В целом да, но не в таком количестве. Думаю так. По моим ощущениям и анализу, основанному на сопоставлении каналов Анатолия Шария и блогера Навального, и других блогеров, кстати. Ну так вот, какие последние данные по Анатолию Шарию и его видеоблогу? Примерно 2 191 972 подписчика. Ну примерно 2 200 000. Все никак не может преодолеть эту планку. И 5526 видео. Очень хороший результат, замечательный результат. Такого результата ни у кого нету, даже у Алексея Навального. Смотрим Алексея Навального. У него несколько другая ситуация. 2 897 221 подписчик. Ну почти 3 миллиона, да. И всего лишь 347 видео. 347 видео. Но есть еще и другой канал, Навальный Лайв. На нем 1 000 000 подписчиков и почти 2 000 видео. Алексей Навальный – это более старый канал. Посмотрим структуру его видео. Примерно раз в неделю он выпускает на этом канале какие-то ролики. И они набирают, в общем-то, неплохие результаты. 2,4 миллиона просмотра, 800 тысяч просмотров, 1,8 миллиона просмотра, 2,1 миллиона за 2 недели. А этот даже за одну неделю набрал 2,4 миллиона просмотров. Ну что ж, ну очень хорошие результаты, конечно. Ну и, наверное, монетизация тоже неплохая. У нас, смотрю, там 2,6, 2 миллиона, 3 миллиона, 3,2 миллиона. Но ролики, конечно, выпускаются нечасто, очень нечасто. Чем же берет Анатолий Шарий? Он берет, наверное, чем-то другим. Он берет другим. У него ролики выходят каждый день, а может быть и даже 2 ролика в день выходят. И, конечно, количество просмотров в этом случае набирается не очень большое, но, тем не менее, количество просмотров, конечно, впечатляет тоже меня лично. Там вот последний ролик 100 тысяч, почти 400, здесь больше 500 один день назад тысяч просмотров и так далее. В принципе, ну вот видно, заметно же, вот если посмотреть даже его, так скажем, упорядочить. Самые популярные берем, смотрим самые популярные. Вот 12 миллионов просмотра 4 года назад, ну это трейлер. Вот 6 миллионов и 6 миллионов просмотра 2 года назад. Ну нормальный, очень хороший результат, да. Таких роликов достаточно много, конечно, но по сравнению со всем количеством просмотров, ну не так уж, чтобы уж. Не так уж, чтобы уж совсем хорошо было. Вот. Что у Алексея Навального? Какие у него максимальные результаты были набраны? Он вам не Димон. 31 миллион просмотров за 2 года. Да, конечно, хороший результат. Чайка. 9,4 миллиона просмотров за 3 года. Опять про Дмитрия Медведева. 9,4 миллиона просмотров. Девятка опять. Вот, яхта олигархи опять за год набрал. За год набрал 9 миллионов просмотров. Вот тоже секрет про Путина, 9 миллионов. Но у него ролики не частые на этом канале. Есть, конечно, другой канал, там более частые ролики, но мы его рассматривать не будем. Что же можно от этого сказать? Ну, вот такая статистика. Либо числом, либо
умением, так что ли, можно зарабатывать на этом Ютубе. Реальное количество подписчиков у Анатолия завышено раза в два примерно. Оценочно цифра реальных подписчиков меньше миллиона. Это видно потому, как набирают просмотры его ролики. Они набирают просмотры весьма быстро, а потом выходят на полочку в районе 600-700 тысяч просмотров. Примерно так, да. Есть, конечно, есть ролики по миллиону и даже больше. Но тут главное динамика роста количества просмотров за первые 2-3 недели. Остальное это уже интерес не его подписчиков. Мне так кажется. Вот такие вот результаты моего скромного анализа. Печалька для Анатолия. Однако печалька. Не правда ли? Так что все радостные заявления Анатолия, что-то он здорово помог Зеленскому победить Порошенко, не соответствуют действительности. 2,2% это очень-очень-очень меньше 43%. Победил Порошенко даже не Зеленский, а «Слуга народа». Сериал который. Комедийный, кстати. Такая сказка, знаете ли, про Иванку Дурня с хэппи-эндом. Ну, как и во всякой сказке, есть и ложь, и намеки. Что, знаете ли, добрым молодцам, то бишь гарним хлопцам, уроки. Мне этот сериал очень понравился. Просто очень. Хорошо было бы, я так подумал, если бы Россия купила франшизу и пересняла его на свой лад. Это было бы здорово. Вот было бы здорово, еще раз повторю. Так, окей. Возвращаемся к нашим процентам. 2,2% плюс 43% получается 45,2%. Чего-то особой помощи со стороны сторонников Анатолия Шария в победе над Порошенком никак не заметно. Ау, где вы? Нету их. Ну, хотя бы нервы помотали Порошенко, и это уже хорошо. Тем более Пороху пришлось хоть немного, но раскошелиться. Оу. На свою охрану, массовку, дополнительный пиар. И все заработали. Из-за сторонников Шария и его радянских кулькив. И должны быть благодарны. Кабы не он, то и хрен бы они грошей видали бы. Не было бы их просто. Ну, размышляем дальше. Как же достичь Анатолия его заветных 8 миллионов подписчиков? Ну или хотя бы для начала 2 миллиона реальных подписчиков. Чисто технически, легко и достаточно просто. Ведь виртуально 2 миллиона уже есть, и написать 8 миллионов тоже можно. Об этой технологии говорилось в самом начале. А вот если привлечь реальных подписчиков, которые будут смотреть ролики Анатолия, то для этого надо очень и очень постараться. Хотя, впрочем, есть один достаточно простой способ. Есть. Анатолий, если хочешь, могу рассказать. Но в этом случае тебе придется вначале немного поделиться. Поделиться своей популярностью. Где-то даже деньгами с Ютуба. Но если ты хочешь достичь 8 миллионов, то чем-то надо потратиться, поделиться, не так ли? Ну так вот, смысл моего предложения в том, что Анатолию не хватает большого пиара на Ютубе. Не думаю, что его перепалки с Навальным или мертвым Камикадзе или другими членами Ютуб сообщества сильно увеличили его подписчиков. Сторонники этих каналов пришли, накидали говна и ушли. Ведь так? Но время от времени попадаются каналы, которые начинают копировать старые ролики Анатолия. И что самое странное, они набирают достаточно большое количество просмотров. Хотя могут быть весьма-весьма старыми. Кто их смотрит? Ну кто их смотрит? Я думаю, что явно не подписчики Анатолия. Но тем не менее, они могут стать его подписчиками в будущем. Эти не подписчики. Ведь так? У Анатолия несколько тысяч роликов на одном канале. Это абсолютно неправильное соотношение. Каналов для этого объема может быть и 10, и 100 штук. Тогда будет явно более массовый заход в аудиторию Ютуба. И это только русскоязычный Ютуб. Один основной канал и 100 каналов спойлеров. Это будет классно. Это нормальный заход.
пусть эти спойлеры распространяют старую информацию, старые ролики, уже отработанные на основном, но это реально расширение воздействия на аудиторию. Это реальный пиарный проект. Всем хорошо. Малые каналы получают хорошую возможность для своей начальной раскрутки, а Анатолий имеет дополнительные возможности рекламы основного канала. Будут ли потери в монетизации? Ну а почему не будут? Будут, но их можно минимизировать, если разрешить копировать ролики Анатолия с задержкой в 2-3 месяца. А даже и один месяц достаточно. Вот такой вот мини-план могу предложить для Анатолия. Хотя и предвижу возможные санкции со стороны YouTube. Им очень не нравится в последнее время копирование. Ну и это можно вполне порешать. Вот так вот, как говорит Анатолий, вывел в позитив. Ну что ж, господа, вам решать, как действовать. Жду комментов, аплодисментов, дивертисментов и так далее. И, конечно, критических стрел. Только цельтесь точнее. Всего вам хорошего, подписчик Анатолия Сергей. И вот, только я подготовил ролик про Анатолия Шаря со своим таким могучим анализом, как появляются у Анатолия два ролика, которым он говорит, что за его голову, про ролики, про его канал, про него самого, кто-то раздает от 2000 до 5000 долларов. За что такие большие суммы? Ну, за то, чтобы якобы начать дискредитировать Анатолия. Мой ролик, он не такой. Хотя, может быть, и... нет, он все-таки не такой. Нет, не может быть, чтобы он был таким. Хотя, в принципе, жажда получить 2000 или даже 5000 долларов во мне, конечно, согревала какую-то часть маленькой и жадной души. И поэтому я решил подождать. Может быть, мне тоже придет такое интересное предложение, и я смогу что-нибудь поиметь даже на таком ролике от Анатолия. Я же что-то такое делал. Ждал. Никакого, к сожалению, предложения так и не дождался. Короткое видео предупреждение, скажем так. На протяжении уже нескольких дней до меня доходит информация, причем четкая информация, четкие люди, респект им сейчас отдельно передам. Сообщаю, что на них выходит вот этот вот унылый черт Максим Казарин. Максим Казарин выходит с предложением оплаты за некие видео про шария. Причем интересно, как они не по идеологической составляющей выходят, а ну как что попало. То есть и там, условно говоря, антиукраинские блогеры там, и проукраинские блогеры, они выходят на них и предлагают средства за то, чтобы те выпустили видео про меня, видео стоимостью от 2 до 5 тысяч долларов за один видеоролик. Обещают предоставить аудио, видео, какие-то там видеоинформацию и все такое. Денег много, я так понимаю, потому что окучивают практически всех блогеров, у которых подписчиков больше 10 тысяч. Насколько эти люди, в частности, этот Казаров и тот, кто его послал, насколько они вообще адекватные, да? У меня все. Анатолий Шарий, подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь, друзья, чтобы ничего не пропустить. У нас тут весело. Пока. Абсолютно убежден, что он скоро обскачет по тупости Кличка и, резиновый конь. А вы подписывайтесь, друзья, чтобы ничего не пропустить. У нас тут весело. Пока. И подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Мы тут обсуждаем новые технологии. Пока. Я все. Жгите, ребята. Жгите. Подписывайтесь, друзья, чтобы ничего не пропустить. Накажем их вместе. Пока. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Пока. Пока. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Могу долго объяснять, почему он так себя ведет. Но я вам лучше расскажу анекдот. Вы знаете, день рождения там у зайчонка. И вот собрались зверюшки, да? И белочка, к примеру, играет на рояле. Играет на рояле, все аплодируют, да? Там лисенок, да, он рассказывает про страны мира, он знает географию, ему все тоже аплодируют. Там какой-то кротик рассказывает стишок,
Он стих рассказывает очень с выражением, ему тоже все аплодируют. И вот стоит там Мишка такой, и медвежонок такой, а вы, а мы, а я вам все пизды дам. В принципе, вот, мне кажется, что я вам все и объяснил. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, и не бойтесь вот таких вот. Это прошлое. А мы с вами, люди, которые видят Украину сильной, люди, которые видят Украину независимой, люди, которые видят Украину процветающей, это будущее. Пока. Посмеет посадить чемпиона мира? Я думаю, что новая команда, дай бог, посмеет. Знаете, классно. Мне все нравится. Подписывайтесь, друзья, чтобы ничего не пропустить. Пока. Как ваше божество унижают, втаптывают в грязь и добивают. Подписывайтесь, друзья, чтобы ничего не пропустить. Давайте будем добрее. У меня все. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока! Ну что, я не знаю, до чего они завтра опустятся. В мочилове меня, да? В принципе, я думал, что ниже некуда, но они успешно пробивают дно. Пока. Которые это сейчас распространяют в Facebook, вы им своих спрашиваете, а что вот по этим вот? Ничего? Не, ничего. И все, надевайте им это на голову, пусть обтекают. Пока, друзья, подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Ладно, займемся нашими депутатиками некими. Хорошо, подписывайтесь, друзья, чтобы ничего не пропустить. У нас тут весело. Я не идеален, и я, конечно же, мог ошибаться. Без сомнения, и несколько таких ошибок я признавал. Но были сделаны эти ошибки, они отнюдь не намеренно. И никогда не прибегал никаким фотошопом, и никогда не пытался никого обмануть. Поэтому люди со мной. К слову, подписывайтесь, друзья, чтобы ничего не пропустить. Вместе мы сила, а по отдельности пытаются глушить. Но все их глушило, они привлекают уже целые конторы, уже прям армию бросили, чтобы надо же это все обязательно разоблачить, но в итоге порылись, покопались, и как бы, и все, и что дальше? Ну распространяйте, давайте, друзья, подписываемся.